Всем привет, с вами Ирина, и Новый год не обошелся без новых орхидей. Долгожданная орхидея, которую я долго искала, высматривала, пыталась найти в магазинах, нашлась именно под Новый год, под елочку. Вот такое вот чудо. Мы 30 декабря пошли в магазин за продуктами и обнаружили там вот такую орхидейку, которую я долго действительно искала. Нигде не видела такой. И купили ее в том же магазине. Вот лепесточек отпал. Вы уже узнаете, думаю. Купила в том же магазине, в котором купила чармер. А это у меня вот такая вот клеопатрочка. Так что теперь у меня есть клеопатра. Нигде я раньше ее не встречала. Вот именно в продуктовом магазине в первый раз встретила чармера на 8 марта. И под Новый год встретила клеопатру. Листья у нее огромные. Я просто в восторге. Такие огромные. Видите? Просто шикарные лопухи. Но на одном листочке есть такое пятно. Знаете, как будто она где-то подмерзла по дороге. Вот. Буду наблюдать, чтобы оно не распространялось. Если что, просто обрежу ее. Нужно следить, чтобы бактериалка никакая не пошла. Может, действительно подмерзла. Но из магазина мы ее увезли. В общем, муж занес из машины плед. Всегда нужно держать плед в машине для таких случаев. Не только для себя, но и для орхидей. Мы ее укутали в магазине и понесли в машину. Она была, видите, полита, вся влажная. На горшочке даже указано название. Вот, только вот этот единственный листочек меня смущает. Послежу за ним до завтра. Вот, если что-то распространится дальше, просто его сниму, этот лист. И, если честно, нужно все-таки отгрести будет вот тут кору, чтобы проследить, потому что посадка у нее глубокая. Вот, чтобы посмотреть, нет ли там никакой черноты. Давайте полюбуемся цветочками. Вот, один успел за ночь отцвести. Вчера еще был нормальный, а сегодня утром уже так хоп, и все. И отцвел. Зато распускаются два свеженьких. Вот этот вот и сверху. Один бутончик вот она отсушивает после магазина. Вот эти держит. Да, и там еще один был уже подломанный. Отломанный цветочек. Но он все равно еще держится. Как-то так. Вот, друзья, поделилась с вами своей новиночкой, своей находочкой долгожданной. Теперь из таких хотелок хочу увидеть дикого кота вживую, потому что ни разу не видела его на полках магазина, видела только на видео. Вот, хочу посмотреть на него вживую и, может быть, даже приобрести в свою коллекцию. Но пока дикий кот мне не попадался. Пусть ваши коллекции тоже пополняются новыми красивыми орхидеями. Желаю вам хорошего настроения. Всем пока и до новых встреч!